Привет, ребятки. Помните, я пытался отомстить хакеру за то, что он открыл мои алмазы. Но не получилось. Я сам себе как будто отомстил. Но в этот раз такого не будет. Потому что... Хотя я им придумал еще план. Но я отомщу все-таки этому хакеру. Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Может, Стив поможет? Хотя вряд ли. У него же брони из алмаза. Согласится со мной, наверное. Но вдруг, если он заберет себе алмазы. У него же вся броня алмазная. Ну, тогда не знаю. С тортиком это был провал. Я придумал план мести. Да. Гениально. Хотя нет, лучше в доме спрятаться. Хотя нет, кто ко мне в гости зашел? Что, Абуз? Он же не мог сам прийти. Значит, кто-то подарил. Эй! Оу, тише. Пойду занесу домой лучше. Сейчас этот хакер узнает, на что я способен. Да! Оу. Почему не получилось? Почему? Ну как придумать другой план, чтобы отомстить хакеру? Придумал! Я придумал! Что ты придумал? Как хакеру отомстить? А зачем его отомстить? Понимаешь? Я хотел взять кристаллы. То есть добыть кристаллы. Я их первый увидел. Но тот хотел взял их и мне одолжил. Тогда бы ты узнал. Ладно, продолжай. И он добыл за место меня, когда я должен. Я ему отомстил в первый раз. С тортиком, когда я обгорел. Помнишь? Я отлично помню. Смешно тогда было. И ничего смешного. Тогда второй фрагмент. С арбузом на веревочке. Но потом на мое лицо прям арбуз. А сейчас я придумал как. Я заберу у него просто и все. Заберешь? Ну да. Может, не надо отомщать? Может, просто сказать? Еще и ржать надо мной, потому что я лучше украду. На его бы месте я бы не забрал, просто попросил. Передача о футболе. Оп. Все, я на том месте. Осталось украть кристаллы. Прекрасно. Отлично, я на месте. Осталось узнать, где кристаллы. Гениально. Может быть, они здесь. Так. Я знаю, зачем ты тут пришел. А зачем? Чтобы украсть мои кристаллы. Не мои, ты их украл. Поэтому отдавай. Нет уж, спасибо. И с тортом это тоже был подвод ловушкой. И с арбузом. Да. И сейчас ты хотел украсть их. Да. Ну, этих кристаллов лучше пойду. Пока, хакер. Очень жаль. То, что я потерял кристалл, но зато не отомстил хакеру. Это же лучше. Ставь лайк, нажми на колокольчик, подпишись на наш канал. Пока.